Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Как сделать бесплатный свет на 4 комнаты? Вот видите, 4 лампочки горят на полную. Светодиодные. Отрегулировал на шиме. Шим переменного тока. Значит, лампочки соединил параллельно. Хотел 5, видите, 5 не вышло. Сматывает, а 4. Парная, нормально. Отрегулировал на шиме. Это можно применить. Вот раз, два, три, 4. Лампочки под старину светодиодные. Типа они накаливания, но они абсолютно холодные, ребята. Видите, трогаю, холодные. За счет того, что перегрева нет, можно отрегулировать. Температура выравнивается. И можно на 4. Как сделать на 4 комнаты? Надо вот с этой скрутки просто провода длиннее. И провести на 4 комнаты. Вот от этого же шима отрегулировал. Отдельно, если вы будете подключать, будет сматывать. Только в паре они дают. Еще тут применяется метод умножения, так как это я объяснял, чем больше объем, то получается тут 4 как бы вместе, тем меньше расход. То есть именно можно сделать не каждую включить в комнате, а с этой скрутки просто провести провода длиннее, с этой скрутки, и каждую лампочку подвесить на 4 комнаты. То, что они не сматывают свет, об этом рассказывает нам счетчик, видите. Красная, видите, красная линия стоит на месте, не дергается. А сейчас я вам покажу схему этой системы. Вот она, видите? Раз, два, три, четыре лампочки соединем параллельно. То есть первый с этим, это с этим. То есть каждая по 4 штуки. А вот сюда, вместе с места соединения, подаем питание от шима. Шим переменного тока от 0 до 230 вольт. Частота от 0 до 12 до 20 герц, килогерц. И подкручивая вот эту ручку, вот эту, мы проверяем на счетчике, видите. Подкрутили. Как перестал счетчик крутить, регулировка закончилась. Такую систему вы можете применять в любых квартирах, в мастерских, для освещения 4 комнат или 4 небольших помещений кубатурой не более 100 кубических метров. Благодарю за внимание и пожелаю вам всего самого наилучшего и главное, ничем не болеть.